много знает. Слава богу, в детском возрасте очень многие заболевания, они полностью проходят. И во взрослую жизнь люди уходят здоровыми. Тяжелая форма может вылиться. И часть детей от общего числа крапивниц становятся хроническими. И крапивница может быть не только пищевой или лекарственной, она может быть холодовой. Она может быть за счет поражения нервной системы. Это определенный блок заболеваний. Но там это уже совершенно другие механизмы работают, и там эти дети с этим знают, и там мы иногда месяцами контролируем. Холодовая крапивница, да, это удовольствие на 9-7 месяцев терапии, потому что люди не могут выйти на улицу, когда 0 или минус 2. И хорошо, если она легкой формы, на открытых участках тела и без отеков. А если с отеками?